вовсе не откажется, даже когда сытый. Кстати, раньше этих животных могли себе позволить только коронованные и приближенные ко дворцу особы. С ними вместе в садах прогуливались, словно как собак. Точно как собак. С ними в садах прогуливались, точно как с собаками. И... Только не ко дворцу, а ко двору. Ко двору. Ко двору. И не милых, а маленьких. Они уже про маленьких говорим. Димон к дяде. Видишь, он коротышка.